you, Ted! Эй, вы! Stop you, а ну, стойте! Документы. Вот они. Документы. Быстрее. Все в порядке, вам сюда. Это тот самый велосипедист, которого мы встретили по пути. Мы думали, что это посыльный. Этот посыльный в звании капитана, младший лейтенант. Если на вас не маскарадные костюмы, прошу отдать мне честь. Капитан, не стоит. Нет, нет, он абсолютно прав. Вы действительно не знаете, кто это? Два младших офицера. Два брата, принц Сикстус и принц Ксавье Бурбон-Пармские. Понимаете, капитан, наша сестра — супруга императора Австрии. Ее муж, император Карл, желает вести переговоры о мире отдельно от Германии. Мой бог, Германия потеряет главного союзника. Это выбьет почву из-под ног Кайзера. Какая роль отводится мне? Вы поедете с лейтенантами Сикстусом и Ксавье в Вену. Там они тайно встретятся с императором Карлом и попытаются заручиться его согласием на концессии, выдвинутые моим правительством. Затем вы доставите братьев обратно во Францию. Если все получится, мы сможем положить конец этой войне одним росчерком, без единого выстрела, без единой жертвы. Заманчиво?